Неужели BSG и правда помогают читерам? Смотрите, на барахолке у каждого предмета есть уникальный ID, и по этому номеру можно найти это предложение на барахолке. Казалось бы, что в этом такого? А то, что так переливают деньги с аккаунта на аккаунт. Читер покупает у клиента бутылку самогона за миллион, и знаете, как он находит нужное предложение? Правильно, по вот этому ID-шнику. Зачем вообще в игре отображать эти ID? Хоть кто-то ими пользовался? Напишите в комментариях.